Добрый день. В тренинге практика самогипноза 1. Мне очень понравилось то, что в итоге я получила внутреннее спокойствие и уверенность в том, что я намного более сильная, и у меня есть намного больше ресурсов, чем я думала. И все это благодаря моему бессознательному, с которым я стала знакомиться в процессе тренинга, в процессе выполнения трансов. Я поняла, что могу иметь намного больше, чем имею, и что жизнь может быть более увлекательная, интересная, более ресурсная, и что все это зависит только от меня. Сейчас я трансуюсь каждый день по 2-3 раза. В последнее время, через несколько минут транса, начинаю чувствовать невесомость в теле, и это очень здорово. Фишки, которые внедряю. Во-первых, как только чувствую усталость, я сразу же трансуюсь. Мне достаточно 25-30 минут, и я становлюсь как новенькая. Чувствую себя отдохнувшей. Очень помогает транс-энергия. Я часто хожу в спортзал, и иногда бывает, что лень идти на тренировку или как чувствую небольшую физическую усталость. Тогда я включаю трансэнергия, и по окончании его буквально лечу в спортзал и с удовольствием и с радостью делаю необходимые мне упражнения. Вторая фишка – это ночью, когда я просыпаюсь и не могу уснуть, вхожу в транс и буквально через 5-10 минут выключаюсь. Иногда не могу включить аудио, потому что рядом спит муж, и тогда я в памяти восстанавливаю то, что говорит Павел в трансе освобождения от стресса, начинаю расслаблять руки, ноги, спину, а до лица даже дело не доходит, потому что уже засыпаю, очень быстро засыпаю. Постоянно применяю технику благодарность себе, работает на ура, в результате я стала лучше относиться к себе, к людям, стал принимать свои какие-то тараканы, своих особенностей. Лучше стали отношения с людьми, со своими близкими. И вместо того, чтобы ругать себя в какой-либо ситуации, я теперь пытаюсь понять, в чем я поступила правильно, и благодарю себя за это в любой ситуации. Когда я чем-то занимаюсь, например, когда изучаю английский язык, я благодарю себя даже за малейшие успехи. И вот эта благодарность является отличной мотивацией расти, развиваться, двигаться вперед. Хочется все время большего и большего. Способов погружения, которые понравились много, в зависимости от ситуации выбираю. Освобождение от стресса, когда устала, очень нравится. Энергия, когда надо что-то делать, а лень. Очень нравится трансуверенность, много раз входила в него и реально стала увереннее. Супер. Доверие себе тоже отличный транс, я его обожаю, очень часто ставлю. Помогает обрести внутреннюю безмятежность и избавиться от сомнений. Правда, начинаешь доверять себе и любить себя. Также понравились трансы раскачивания, куриная лапка, кулак и счет до от 1000. Нравятся трансы «Добрый день» и «Доброй ночи». Павел очень нравится своей энергетикой, позитивом, оптимизмом, тем, что он буквально заражает этими качествами тебя, заражает, и я ему доверяю. Вот я посмотрела несколько его выступлений и поняла, что это человек, ну, которому я вот на интуитивном уровне могу доверять. Начав трансоваться, я поняла, насколько это здорово и как нам всем не хватает. Мне вот лично очень не хватало трансов в обычной жизни. Сейчас я чувствую, что они мне просто необходимы. И если вы хотите жить в полную силу, то я советую начать заниматься трансами, освободиться море энергии. Вы почувствуете, что станете меньше уставать, станете лучше понимать себя, лучше и бережнее относиться к себе, и в результате повысится качество жизни. Лично для меня этот тренинг – это только начало. Я хочу пройти другие тренинги Павла, они мне очень интересны. Я сейчас вошла во вкус и понимаю, как много они могут дать. Чувствуется, что Павел вкладывает в них всю душу, что он много работает, учится, получает новые знания и делится ими с нами. И это очень подкупает. Что можно улучшить тренинги, но может быть только если больше разъяснений. Например, вначале я не понимала, можно ли чесаться во время транса. На меня находила жуткая чесотка, но я лежала как мумия и боялась пошевелиться.
Ну и потом, может быть, объяснение, вот почему начинаешь дергаться. В начале трансов тоже у меня подергивались какие-то мышцы или напрягались, и я не понимала, почему это. А вообще знания и умения, полученные во время транса, просто бесценны. Это вложение в себя, одно из лучших, какое может быть. Тренинг у меня окупился в разы, и я думаю, что это только начало.